округе. На татами номер 2. Финальная встреча весовой категории до 78 килограммов. В белом кимоно Сонникова Мария, 95-го года рождения, мастер спорта. Представляет Уральский федеральный округ, Тюменскую область. Тренируется под руководством Беляевой Татьяны Данилы Воловича. Лучший результат — первое место на Уральском федеральном округе 2017 года. Синим кимоно Никифорова Нюргуяна, 96-го года рождения, мастер спорта. Представляет Центральный федеральный округ, Московскую область и Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха-Якутия. Тренируется под руководством Дамбидош Гамбадош и Игоря Шкарина. Лучший результат — первенец в России до 21 года, золотая медаль 2016 года. Юниор весовой категории до 90 килограммов приготовится к церемонии награждения. Золотую медаль весовой категории до 78 килограммов у девушек завоевала Нюргуяна Никифорова, Центральный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.